Добрый день, мои любимые подписчики! Сегодня мы с вами откроем 4 посылочки из Китая. Заказывала на сайте AliExpress. Так, уберем. Первая у нас посылочка — это куртка Миньони. Цена $11.74. И ехала к нам она 11 дней. Сегодня очень быстрая доставка была. Доставка была Укрпочтой. Так. Курточка очень хорошая, качественная, яркая. На рост 140. Замок работает отлично. Так. А что внизу, что-то не очень, не срослось. А, неправильно был застегнут. Так, еще раз проверим. Так, хорошо расстегивается. Подкладочка. Ну, плотная подкладка, хорошая. Написано Made in China. Есть кармашки на молнии, достаточно глубокие, вместительные. Здесь хорошо сделано, чтобы замок не рвался дальше. Утягивающая снизу такая резиночка, чтобы не задувало с этой стороны. Тоже все хорошо. Куртка очень хорошая, мне понравилась. На зиму, конечно, будет холодно, там написано зима. Но я бы своему ребенку на зиму такое не одела, конечно. Ну, я думаю, где-то осень или весна. Хорошая вещь, мне понравилась. Далее, следующая у нас ссылочка будет. Это ветровка. Цена $5.77. Если кому-то какие-то товары нравятся, пишите, потому что некоторые товары мы заказываем просто для распаковки, а некоторые под заказ. Поэтому может быть даже в наличии. Пишите, если что-то будет в наличии, то можете купить. Или под заказ. Главное, напишите, что вы пишете с канала China Persons. Ну, такая ветровочка хорошая, яркая. Кармашки есть. И, то есть выпадет, если что положишь, в любом случае, какие-то они, ну, хорошенькие. Так. Вот такая подкладочка продуваемая. Ну, это же все-таки ветровочка, на лето должно быть не жарко и не холодно. В принципе, я думаю, подойдет и под дождь, и под ветер. Нравится. Очень ярко и красиво. Прикольно. Так, далее у нас... А, по поводу ветровки, она ехала, кстати, к нам 12 дней. Тоже очень быстрая доставка была. Доставка была Новой почтой. Там есть разные размеры, можете посмотреть. Это у нас сумка. Даже не сумка, а набор сумок. Посмотрим. Как упаковано хорошо. Так. Сумочка. Как она здесь? Как-то непонятно. А, вот так вот, наверное. Да, вот так вот. Угу. Видите, красиво сделано. Под кожу змеи вроде сделано. Кожа питона прям. С подставочками железными. То есть, чтобы не рвалось раньше времени. Кстати,
кстати, цена недорогая, очень даже дешево стоит, но выглядит недешево. Угу. Набор сумок, а сумка одна. А нет, не одна. Еще сюрприз. Все-таки есть. Вау, смотрите, здесь какой карман на замке классный в середине. Даже на замке, вы представляете? Замок хорошо раскрывается. Карман достаточно вместителен. И еще есть один карман. Ничего себе. Так, здесь карман вместителен. Ну, классно, мне очень нравится, что здесь два кармана с замком. Еще есть третий карман маленький. И еще один маленький. Так, значит, два маленьких кармана. Один такой хороший карман посередине с замком. И один поменьше карман. И это тоже можно назвать карманом. Видите? То есть это большой карман. Большая сумка получается вместительная. И с одной стороны два кармана на замке. В итоге получается три. Ну, круто. Получается, 3 здесь и 2 здесь. 5 карманов в этой сумочке. Ну, а вот еще 6. Тоже хорошо раскрывается. Тоже уместительный, хороший карман. Ну, сумка мне нравится. Такая. Так. Тут в ней добавление. Такая вот сумочка. Мини-сумка. Угу. Вот смотрите, здесь тоже есть карманы. Один карман, второй карман. Это через плечо можно носить такую сумочку. Вот есть штучки, чтобы на плечо одеть. Угу. И есть кошелечек такой. Хм, прикольно. Здесь тоже замочек есть, но мелочь, я так думаю. А как ее открыть? Или вот... А, через замочек и все? Никак не открывается больше? Нет, никак. Хм, я думала, должен где-то здесь открываться. Нет. Как-то интересно. Ну, вот такой вот карманчик в этом кошельке. Как-то так странно сделан. Но все равно три сумочки за такую цену. $13.49. Вот это весь комплект. Прикольный. Качество хорошее. Я довольна качеством. Ехала 12 дней сумка. Набор. То есть быстренько. И вот последняя у нас посылочка осталась. Так, что здесь у нас? Это часы. Часы бежевого такого кремового цвета. Стоит $1.67. Ехали 20 дней. Так. Очень красивые часики. Кремовый цвет такой красивый. Вот, смотрите. Плохо, что освещение не очень хорошее. То есть не видно всей красоты этих часиков. Но они очень красивые, я вам честно говорю. Очень стильно смотрятся. Такие нежно-бежевые. Цвет, кстати, не передает видео часиков. Реальный цвет. Спасибо, что уделили мне время, посмотрели мое видео. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня!